У нас на самом деле очень много классных, замечательных эмоций, состояний, которые мы должны испытывать постоянно. Мы с вами все должны постоянно испытывать азарт, заинтересованность, уравновешенность, спокойствие, заинтригованность, ощущение внутреннего изобилия. У нас много разных эмоций. Но в детстве у нас не было возможности каждый раз реализовывать это вот состояние. И мы учились не быть с ним в контакте. Знаете, люди говорят, у меня в жизни события радостных много, а радости нет. И тогда мы стараемся найти какой-то вариант, как бы нам эту радость почувствовать. Для кого-то это соцсети, а для кого-то это новая покупка. То есть я покупаю, и вот он азарт. Я ищу какую-то покупку, цену, я ловлю вот эту скидку, и вот я уже ощутил, что я смог переиграть какую-то систему или какие-то условия. И здесь мы все попадаем в дофаминовую зависимость. Вот эти вот картинки, которые позволяют нашему мозгу достаточно быстро получать удовольствие. Просмотрел несколько картинок, и мне уже кажется, что я в хорошем состоянии. Мир играет хорошими красками, ведь краски всегда на распродажах очень такие приятные. И вот эта вот быстрота получения вот какого-то удовольствия, она подкупает. Ведь смотрите, иллюзорный мир, иллюзорные деньги. Вспомните, как мы раньше ходили в магазин, открываешь кошелек, достаешь реальные купюры, и жалко с ними прощаться. Ты чувствуешь, как кошелек становится легче. А сейчас нет этого чувства, которое тормозило бы меня. И поэтому мне кажется, что, ну, собственно говоря, я не так уж и пострадаю, если я возьму в долг, возьму куда-то еще.